Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Елена, и я хочу поговорить с вами о переезде за границу. Переехать жить за границу – это такая очень интересная идея. Бывает так, что вот ты живешь в своей стране, живешь, и тебе не нравится окружение, что-то у тебя не получается, вот как-то скучно, тяжело и грустно, и тебе хочется чего-то нового, хочется нового ветра, каких-то новых приключений. И ты думаешь, что давай-ка я уеду жить в другую страну, там, в далекой стране, за границей, где текут молочные реки и кисельные берега, у меня будет все хорошо, там я найду любовь, счастье, радость, какие-то вот семью, все будет иначе. Стоит только переехать. И это правда так, так будет. Важно только не ошибиться с выбором страны, важно только правильно выбрать страну. Вот, допустим, решила я переехать, да, и сижу я, первым делом мне нужно выбрать страну. Сижу я, конечно, смотрю мой кошелек. Смотрю, подсчитывая примерно, сколько у меня там денег, да, сколько я могу взять с собой, как вообще организовать переезд, как вообще организовать все, как я все это буду делать, да. И тут выхожу я, например, у себя дома, я все еще у себя дома, где я титульная нация, выхожу из подъезда и вижу в соседнем, рядом с входом, в соседний подвал стайка понаехавших. Вот они снимают там полуподвальное помещение какое-то, живут человек 30-40, непонятно сколько, вот толпа какая-то, вот они снуют в этот подвал и снуют туда-обратно, туда-обратно. И иммигранты. Страшное слово. Вот эти иммигранты ходят и живут в таком вот полуподвальчике, в ужасных условиях. Там, скорее всего, нет душа, воды, непонятно как там. Крысы по подвалам бегают, наверное, да. Ну, как бы воображение рисует какие-то страшные вещи. А еще иногда по телевизору показывают, вот как стоят кровати многоярусные, отгороженные одеялами. Ну, в общем, жизнь иммигрантов страшная вещь. И еще показывают, как они работают на каких-то работах, как они бесправно. Ну, я и сама вижу, что обычно это менеджеры по клирингу, да, как это называется, чтобы не обидеть. Обычно это уборщики, обычно это какие-то грязные, вывоз мусора, уборка мусора. Ну, какие-то тяжелые грязные работы, которые никто не хочет делать и которые вот эти вот пустые ниши занимают иммигранты. И будучи титульной нацией, я так поглядывая на это все, и ну как бы, как только я решила выехать, я примеряю на себя вот такую жизнь иммигрантов и понимаю, что не, я так не хочу, мне так не нравится, это, конечно, страшная вещь, которую это не то, о чем я мечтаю. Я хочу переехать куда-нибудь, где я буду. Окей. И поэтому тут у меня появляется такая идея, что мне бы нужно переехать. Вот если у меня есть, допустим, там $1000 я насчитала, да, могу взять с собой. Мне нужно переехать в такую страну, где моя $1000 будет большими деньгами, где местные, например, там работают за $3 в год. И тогда я за $10 куплю себе дом, виллу, и еще за $10 куплю себе лимузин белый 8 метров, и найму шофера за $3, и куплю себе все, что мне нужно, и одежду, и мебель, и даже если мебель мне не понравится, я могу поменять и сказать: уберите нафиг, и купить себе новую мебель, и вообще ходить покрикивать на этих работников, что они косорукие, ничего тут делать не умеют, потому что я такая вся барыня, я такая вся умная и богатая, и состоятельная, и у меня все так хорошо, и это правильно. Поэтому нужно ехать в страну, где жизнь стоит мало, в какую-то очень бедную страну, где мало денег, где все мало зарабатывают. Я с моей $1000 на фоне аборигенов буду крезом, крезихой, наверное, да? Вот, и я буду так счастлива, потому что моими деньгами я себе устрою такую вот
шар такой безопасности, такой вот пузырь безопасности, да, у меня там внутри будет вилла, который дом, который мне нравится, вот в нем будет все так уложено, как мне нравится, порядок будет такой, как мне нравится. Я, наверное, смогу купить бизнес, который будет, где на меня будут работать все эти местные рабочие, я буду получать деньги, ничего не буду делать, и буду жить хорошо, и буду счастлива, и буду самая богатая, и все будут, я буду идти по улице, такая вся в Шанели, потому что там Шанель продается дешево, наверное. А может и нет, не знаю. В общем, я буду идти по улице, вся разодетая, нет, ехать за стеклами моей машины, дорогой. А все проходящие, все вот местные будут кланяться в пояс, потому что они очень бедные, и они будут надеяться на то, что я могу их взять на работу к себе, вот, и они смогут обслуживать меня. Вот, да. Это правильное решение. Вот. А поехать в богатую страну, тогда мне пришлось бы, моей $1000 не хватило бы ни на что, мне пришлось бы как-то снимать квартиру, устраиваться на работу, идти к местным, разговаривать, какие-то усилия. Ну, то есть я вижу понаехавших в моей стране, и я, ну, как-то не согласна, да. Понятно, что человек должен был выбирать умом, а не вот такими вот чувствами «я хочу быть великой» или «я хочу быть понаехавшей». Но поскольку все равно мы выбираем чувствами, то для ума я найду аргументы, я покопаюсь в интернете, мне там расскажут все, как на каком-нибудь острове, имея $1000, ты обеспечен на всю оставшуюся жизнь и живешь прекрасно. И, в общем, проблема решена. Но тут я натыкаюсь одно маленькое «но». Кто-то из умных сказал, что все составленные вещи должны быть разрушены, что они разрушатся неминуемо. Я уж не помню, кто-то из очень умных людей. Вот, и что это он имел в виду? Вот, например, купила я майку, да, вот красивая майка, яркая, красная. Если я начинаю, она там, кто-то собирал там хлопок, кто-то делал из него нитки, простите, ради бога. Кто-то делал нитки, кто-то сделал ткань, кто-то ее покрасил, пошили. В общем, такая составленная вещь, сделанная. И вот я ее купила, начинаю носить, стираю один раз, второй, третий, десятый, и она все хуже выглядит, все хуже и хуже. И через 3 года, если я буду носить ее, стирать каждый день, она рассыпется просто вот на какие-то тряпки. Потому что, ну, как составленная вещь, она при использовании будет разрушена. Ну, майка – это тряпочка. А если мы возьмем, например, что-нибудь серьезное, твердое, такое железное, например, железную машину. Вот я куплю железную машину и начинаю на ней ездить, вот она точно не разрушится, да, она же крепкая. Но проходит там месяца, какой-то там год, и у машины начинают мигать все огоньки, ей нужно менять шины, менять масло, менять какие-то прокладки, доливать куда-то еще чего-то там. То есть без конца что-то с ней надо делать, иначе она разрушается. И даже если я все равно буду докладывать к ней дополнительные деньги, все равно буду там ей подливать масло, покупать, менять прокладки, менять эти самые, все равно там через там 10-15 лет она тоже разрушится, железная машина тоже разрушится, да? И поэтому нужно, если я буду ее использовать, да, поэтому как бы у меня возникает такое подозрение, что вот этот мой прекрасный пузырь безопасности, который я себе создам, приехав на новое место, наверное, он тоже разрушится. Тем более, что подумав, я понимаю, что вся окружающая среда, вот все местные, они, я же для них буду богатая иностранка. Вот пусть она платит за каждый шаг. Вот они уже найдут за что, ну, потому что если есть какое-то место, где есть много денег, нужно туда пойти и эти деньги получить. Правильно? За что получить? Ну, сейчас придумаем, за что получить. Я слышала рассказ какой-то у кого-то, кто-то рассказывал, что вот одна девочка, ей даже сказали, что она должна платить за вид из окна, что вот такой вот налог. Поэтому
не мытьем, так катанем, но все равно найдут, как вот эти деньги забирать у меня, да. И вот все вот местные, поскольку я буду высоко, я буду богатая, они будут все бедные, то они будут раздергивать этот мой на клочки, вот пытаться вырвать по кусочке, и в итоге разнесут, в любом случае разнесут мой мир на клочки, потому что, во-первых, будет много таких вещей, на которые я не могу влиять, там будут разбитые старые дороги, там будут грязные пляжи какие-то. Я смогу там платить за то, чтобы мне очистили... Извините, ради бога. Я смогу платить за то, чтобы мне очистили кусочек пляжа. Ну, я буду платить сегодня за это, завтра за это, завтра за это. Даже если у меня $1000 там как бы... Но все время будет находиться за что заплатить, и она очень быстро растает. И... В любом случае, даже по законам физики, если вокруг низкое давление, у меня высокое, то оно в любом случае вот медленно-медленно окружающая среда притянет меня к тому же уровню, что и вокруг. То есть придется платить за лечение, за какого-нибудь хорошего врача, за все, за все, за все, за каждый шаг придется платить. И очень скоро от моей $1000, которое должно было хватить на всю оставшуюся жизнь, не останется ничего. И вот... Что будет, если же я перееду в страну богатую, например, да? Это очень тяжелое решение, потому что, приехав туда, я моментально попадаю в некомфортные условия. То есть у меня не будет денег на то, чтобы создать себе вот этот вот комфортный островок и никого не пускать, и жить в мое удовольствие. Этого не будет. Мне придется сразу же искать квартиру, мне придется сразу же учить язык, мне придется с каждой проблемой, с каждым вопросом, со всем идти к местным. И они первое время будут на меня смотреть с опаской, потому что непонятно, кто я, непонятно, что я хочу, непонятно вообще, я тут приехала, на что я, какие у меня фокусы могут быть, и как, ну, вообще, на что я способна. И если я закроюсь за высоким забором, если у меня хватит денег на то, чтобы купить виллу, построить высокий забор, купить машину, и ездить в магазин с магазина, спрятавшись за стеклами этой машины, простите... Вот, на чем мы остановились. Мы остановились на то, что если у меня хватит денег на то, чтобы отгородиться и пытаться устроить какой-то мой маленький мирок безопасности с моими правилами, то для местных я всегда буду чем-то странным, чем-то опасным, и они всегда будут остерегаться. Если же у меня не будет денег на то, чтобы отгородиться от них, и мне придется в любом случае идти с ними разговаривать, спрашивать, как-то делать над собой усилия, потому что, простите, ради бога. И вот, да. Если мне придется с каждой мелочью ходить к местным, то, во-первых, да, мне будет неудобно, да, мне будет сложно, мне придется делать над собой усилия, потому что идти, спрашивать, а как на меня посмотрят, а что они подумают, а что они скажут, а, наверное, и смеются. Но если я начну к ним ходить, то они перестанут меня бояться и рано или поздно начнут воспринимать как такого же члена общества. Вот в предыдущем видео я рассказывала о том, как мой сын старший поступал, и его нужно было отвезти на поезд, он должен был попасть в Торино, и в последний момент оказалось, что из нашей деревни автобусы летом не ходят, а машины нет, и что делать, и мне пришлось там спросить у нескольких людей, есть ли у кого-то машина, и побежать к местному ювелиру. У ювелира машина есть, ювелир сказал, да, я отвезу. Он отвез ребенка по дороге туда, по дороге на вокзал ребенок еще и сказал там ему, а не хотите ли вы прогуляться и забрать меня обратно, когда я вернусь на другой день? И ювелир с женой на другой день вечером поехали забирать моего ребенка, привезли его, счастливые. Для них это получилось такое романтическое путешествие, полчаса от нашей деревни до вокзала, ну ладно. Вот, и на следующий день они опять выбежали вдвоем ко мне навстречу и рассказали, что они видели, как Владик был счастлив, и что они тоже счастливы, и посоветовали мне побыстрее делать запрос на Борсади-студию, то есть на, как же это называется, на стипендию, потому что нужно было сделать запрос на стипендию, общежитие и питание для ребенка, чтобы это все было ему бесплатно. Иначе это нужно было сделать срочно, потому что 6 числа в 12 часов закрывалась банда, и больше уже будет нельзя запросить. То есть они меня предупредили.
И это очень хорошо, когда ты приходишь к местным с каким-то вопросом, они перестают тебя бояться и наоборот больше стараются как-то тебя поддержать, больше стараются тебе как-то подсказать. И ты быстрее вписываешься в жизнь, и ты начинаешь просто прям вот чувствуешь, как о тебе заботится вот этот весь, ну вот все вокруг, вот общество и государство, конечно же, тоже. Потому что богатое государство, оно ощутимо заботится о своих гражданах. Вот, например, там, кроме тех плюшек социальных, которые сейчас есть, там чистые автобусы почти бесплатные, там хорошие дороги, освещение, красота, чистота. Москва тоже сейчас освещена, поэтому это не аргумент, но, я не знаю, там тебе бесплатное количество какой-то воды дают, бесплатное количество газа, электричества, бесплатное лечение. Опять-таки, Reddit Digit Adinance. Сейчас скоро нам введут Reddit Digit Adinance, при котором каждый человек может, где-то у меня было записано, 780 евро на человека. Если это пара без детей, то тогда это 780 плюс 780, это 1560 каждый месяц получает два человека, вот пара из двух человек, да, семья из двух человек. И это Виталий, это еще такая маленькая, а вот Данимарка, по-моему, там 1400-1500 на человека. Причем Reddit и Digit Adinance, ты не должен быть даже читадином, не должен быть даже гражданином. Ну, то есть у нас в Италии, я читала закон, который готовят, Reddit и Digit Adinance достаточно, чтобы у тебя был ПМЖ, постоянный вид на жительство. То есть тот, о котором я рассказывала, что путь к нему 5 лет, что сначала ВНЖ, потом обновляешь, потом через 5 лет получаешь ПМЖ. То есть, имея ПМЖ, ты уже получаешь вот эту вот условно зарплату только за то, что ты там живешь, только за то, что ты вот член этого общества. И в это время можешь делать такое, что тебе нравится, там каким-то заниматься творчеством, хобби, как-то развиваться, еще что-то делать. Вот, как-то так. Поэтому тяжелое решение, конечно, уехать в богатую страну, оно пугает, оно обещает кучу проблем и кучу каких-то неудобств, но оно куда более продуктивное, чем решение пойти по более легкому пути и уехать на какой-то очень бедный остров под пальмой. Хотя, с другой стороны, у каждого свой выбор, и поэтому жизнь под пальмами тоже, наверное, имеет какие-то свои привилегии, о которых я не знаю. Вот. Спасибо вам всем, что были со мной. Всего вам доброго. Всех вас целую, обнимаю. Хорошего дня. Пока.